Уважаемые коллеги, добрый день. Я приветствую всех на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». Мы продолжаем работать в онлайн-режиме, и не только сегодня у нас в гостях уважаемые гости. У нас состоится онлайн-собрание научного совета РАН «Науки о жизни» на следующую тему «Новые знания о лечении COVID-19». Я с удовольствием представляю наших сегодняшних уважаемых гостей. Итак, в зале присутствует президент Российской академии наук Александр Сергеев. Здравствуйте, Александр Михайлович. Также Владимир Павлович Чехонин, вице-президент Российской академии наук, председатель научного совета РАН «Науки о жизни». И также у нас на связи ваши коллеги, я тоже представлю каждого. Это вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин Главного агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков. Добрый день. Член-корреспондент РАН, директор Федерального научного центра исследований и разработка иммунно-биологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Здравствуйте. Здравствуйте. Генеральный директор биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов. Член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Александр Лукашов. Здравствуйте. Здравствуйте. И старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, кандидат биологических наук Дарья Егорова. И господин Чехонин, передаю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте мне открыть сегодняшнее заседание. Это необычное заседание нашего ученого, нашего совета по наукам о жизни при Президиуме Российской Академии Наук. Необычное оно с позиции тех, что мы пригласили на нашу площадку одного из ведущих специалистов в мире в области вакцинологии, профессора Чумакова Константина Михайловича, и наших коллег, которые занимаются этой же проблемой в России. Наши коллеги неоднократно выступали на этой площадке. Мы хотели бы обсудить вопросы, связанные с развитием тех направлений, тех работ, которые ведутся на их базах. Но прежде всего, конечно же, мне хотелось обсудить состояние в области вакцинологии, посвященных борьбе с COVID-19 инфекцией, с Константином Михайловичем Чумаковым, попросить его сделать соответствующее вступление относительно сравнительной ситуации в данном аспекте в мире, охарактеризовать свою точку зрения на те проекты, которые осуществляются у нас в стране. Уважаемые коллеги, прежде чем начать наше совещание, позвольте мне попросить выступить с вступительным словом президента Российской Академии Наук, академика Сергея Александра Михайловича. Пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Павлович. Уважаемые коллеги, у нас сегодня здесь уже традиционное мероприятие, потому что наши уважаемые хозяева здесь предоставляют нам возможность общаться не только с членами вот этого совета, но и шире с большой аудиторией у нас в стране. И еще раз большая благодарность агентству РИА Новости за это. Мероприятие, которое мы сегодня проводим, оно четвертое среди вот таких вот заседаний Совета по наукам о жизни при Президиуме Российской Академии Наук, проведенных вот в это коронавирусное время. И, конечно, тематики эволюционируют, и сейчас очень важный вопрос – это вопрос разработки вакцин и статус этих разработок в разных странах мира. Мы знаем, что есть много различных движений в этом направлении. Знаем, что есть уже серьезные компании, которые готовы начать производство в больших количествах. Но, конечно, ситуация
является такой достаточно неопределенной, потому что требуется быстрый ответ на возникшую ситуацию. И вот эта вот быстрота ответа, ну, в какой-то степени интерферирует с теми известными законами разработки и прохождения тестирования вакцин, с которыми вот человечество встречалось в разное время. И сейчас действительно очень важно понять, где какие разработки вышли на передний фронт, как, в каких фазах находятся сейчас клинические испытания в разных странах мира. Нам, конечно, здесь в России очень интересно оценить нашу ситуацию здесь в сравнении с ситуацией в других странах, с лидирующими разработками в других странах. Поэтому вот сегодня основная тематика как раз это тематика, которая позволит нам оценить сейчас ситуацию в мире и понять наше место. И, конечно, очень хорошо, что Константин Михайлович согласился выступить здесь перед нами, ну, являясь ведущим специалистом, я думаю, не только в Соединенных Штатах, но и в мире по именно вот вакцинологии. И мы пригласили наших коллег, которые представляют сейчас ведущие российские организации по разработке вакцины против COVID-инфекции. И я с удовольствием сам приму участие в этом мероприятии и пожелаю успехов всем нам. Спасибо, Александр Михайлович. Уважаемые коллеги, позвольте мне просить выступить с докладом, с сообщением, с обзорной такой критической составляющей, которая позволила бы нам увидеть, что делается в мире в области создания вакцин к коронавирусу SARS-CoV-2. И, естественно, как отметил Александр Михайлович, увидеть место России в этой, прямо скажем, в этом напряженном соревновании научном, которое, в общем-то, стимулировал этот пандемический процесс. Пожалуйста, Константин Михайлович, вам слово. Да, Владимир Павлович, большое спасибо. Я начну с того, что поблагодарю, что вы меня пригласили. Очень приятно видеть много знакомых лиц и доложить вам о состоянии проблемы по коронавирусу. Я сейчас попробую включить свой экран. Надеюсь, вы его сейчас видите, да? Есть картинка на вашей стороне, да? Да, все хорошо. Замечательно. Я позволю себе немножко напомнить о том, что такое коронавирус, просто для того, чтобы мы с вами были на одной волне, чтобы дать какие-то базовые параметры этой инфекции. Но естественно, что это коронавирус, это самый большой из РНК-содержащих вирусов, действительно огромного размера, его геном около 30 тысяч нуклеотидов. Вирус передается в основном респираторным путем, то есть воздушно-капельным путем, но поскольку он тоже выделяется в довольно большом количестве в стуле, то возможно заражение другими путями, грязные руки и так далее, зараженные поверхности. Этот вирус присоединяется к клетке, используя ангиотензин, конвертирующий фермент 2, который находится в большом количестве на многих типах клеток, в частности, на эпителии альвеол, в легких и в дыхательных путях. Поэтому его непосредственное, так сказать, место, через которое он входит в организм, это респираторный эпителий. И его первичным мишенью его тоже является респираторный тракт, легкие, ну а также и многие другие органы, насыщенные кровеносными сосудами. Поражение, которое этот вирус вызывает, сейчас становится более-менее понятно, что это, в общем-то, васкулит. Это эндотелиальное заболевание, поскольку вирус размножается очень эффективно в клетках, выстилающих кровеносные сосуды, что вызывает тромбоз. И поэтому это вот в поздних стадиях болезни, которые, к сожалению, часто оканчиваются смертельно, вот это именно тот синдром, который возникает. Плюс
цитокиновый шторм, то есть такое гипертрофированная воспалительная реакция, которая тоже ни к чему хорошему не приводит. А вот глобальная статистика по состоянию на сегодняшнее утро. Вы видите, что количество новых случаев продолжает увеличиваться. Трудно сказать, как дальше пойдет. То ли мы находимся сейчас на пике, то ли эта кривая будет ползти дальше. Что обнадеживает, что вот на правой картинке вы видите, что смертность не успевает за количеством новых случаев, что означает, что, по всей видимости, либо вирус становится не таким злым, либо мы научились все-таки более эффективно лечить заболевших. Так что смертность постепенно снижается. Но, тем не менее, вы видите, что как бы намечается, что две волны. И для того, чтобы понять, так это или не так, можно посмотреть на другие статистику по отдельным странам. Вот слева два графика по Соединенным Штатам. Вы видите, что действительно сначала была некоторая волна довольно широкая в районе апреля, марта-апреля, мая. И сейчас вот с начала лета мы видим подъем, довольно значительный подъем заболеваемости. И вот видите, в левом нижнем углу смертность все-таки, тем не менее, продолжает снижаться, что хорошая новость. Но на самом деле это не совсем вторая волна. Это просто первая волна, которая прокатывается по Соединенным Штатам. Вот вы видите справа вверху заболеваемость по Нью-Йорку, которая достигла пика где-то в апреле, в начале апреля, в то время как в Калифорнии в это время было более-менее спокойно. А сейчас настала очередь южных штатов – Калифорния, Техас, Флорида и некоторые другие южные штаты. Но вторая волна, тем не менее, возможна. Вот вы видите, что произошло в Израиле. Они довольно рано ввели карантинные меры, и им удалось эффективно подавить распространение вируса. Но где-то с конца мая наметился сильный подъем. По всей видимости, карантинные меры были ослаблены, и это, так сказать, вот привело к этой второй волне. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Ситуация в России, вы видите, вот она, так сказать, снижается, заболеваемость, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Так, теперь насчет распространения вируса, потому что это имеет прямое отношение к созданию вакцин. Но в эпидемиологии известно так, базовое репродуктивное число, то есть то количество новых заражений, которые происходят от одного больного. В среднем считается, что для коронавируса COVID-2 это где-то между 2 и 3. Но есть разные оценки от 1,2 вплоть до 6, что очень высоко, конечно. Но в реальности имеет значение не базовое репродуктивное число, а эффективное. То есть это вот базовое число, помноженное на восприимчивость популяции, которая складывается а. из карантинных мер и б. из иммунного статуса популяции. Чем более чем больше процент иммунного населения, тем, естественно, эффективное распространение вируса подавляется. И вот эта вот величина порога популяционного иммунитета, вот herd immunity threshold, она вычисляется очень просто из этой величины R0 или R0, как говорят эпидемиологи. И вы вот видите, что для того, чтобы эта величина стала, чтобы распространение стало загасать, необходимо, чтобы эта величина была равна единице, то есть чтобы не возникало больше заболеваний, чем уже существует на настоящий день. Вот этот вот график показывает эффективное репродуктивное число для разных штатов США. И вы видите, что те штаты, которые слева, вот показаны зеленым, которые прошли через эту волну уже, в них репродуктивное число меньше единицы. То есть это означает, что у них заболеваемость загасает. В то время как вот эти остальные все штаты, они пока еще находятся на подъеме. И вот это вот важно понимать для того, чтобы оценить, нужна ли нам вакцина вообще. Как я уже сказал, чтобы для того, чтобы эпидемия закончилась или, по крайней мере, стала спадать, необходимо, чтобы репродуктивное число было меньше единицы. И вот исходя из этой формулы, которую я вам показал, вытекает, что примерно 60% населения должно приобрести иммунитет.
На самом деле это точно неизвестно, каков процент, потому что и сама величина определена с некоторой ошибкой, и она не, эта модель не принимает во внимание гетерогенность, то, что мы все имеем разную восприимчивость. Но где-то вот этот порядок величины, наверное, правильный. Где-то 60, некоторые говорят 70%. В некоторых штатах и в некоторых странах, где была действительно очень высокая заболеваемость, мы где-то уже начинаем приближаться к этому порогу. Поэтому есть надежда, что эта болезнь, она загаснет сама по себе даже и без вакцины. Хотя, конечно, естественно, вакцина была бы самым идеальным вариантом. А еще один аспект этой болезни, который надо иметь в виду, что большинство тех, кто заражается этим вирусом, они не испытывают симптомов или испытывают в очень слабой форме. Но, тем не менее, они приобретают некоторый иммунитет. А что еще важно понять, что, к сожалению, мы пока не, даже не можем точно померить степень защищенности конкретных людей, потому что часто у переболевших уровень антител очень невысокий, а у некоторых его нет вообще. Но однако вот последние данные показывают, что у тех, кто переболел или, так сказать, без симптомов или с очень легкими симптомами, вполне измеряемый уровень Т-клеточного ответа, то есть клеточного аспекта иммунной системы. Теперь какая нам нужна вакцина? Конечно, в идеале нам бы хорошо иметь такую вакцину, которая вызывала бы стерилизующий защитный иммунитет. То есть она бы защищала бы людей от болезни и также защищала бы от заражения и делала бы их неспособными передавать вирус другим. Но это не всегда, к сожалению, бывает. Многие вакцины не обладают таким свойством. Они защищают тех, кто привит, но позволяют им, тем не менее, быть носителями вируса и участвовать в передаче его в популяции. Поэтому эта вакцина, в принципе, тоже неплохо было бы иметь такую вакцину, которая, по крайней мере, защищает от болезни. Ну и, наконец, самый такой вариант, который, может быть, не самый желательный, это если вакцина не будет защищать от заболевания, но снизить тяжесть болезни или предотвратить смертность. Это тоже, в принципе, конечно, если такая вакцина будет, безусловно, надо быть готовым с тем, чтобы ее применять. Это не означает, что вакцина не работает. Снижение тяжести и защита от смертности – это тоже немаленькое дело. Теперь вопрос о том, это часто возникает вопрос, когда возникает новая инфекция, можно ли создать вакцину? И на это есть два аспекта, так сказать, для ответа на этот вопрос. Первый, конечно, возникает ли иммунитет переболевших? Если да, то какой? И что является признаком этого иммунитета? Что коррелирует, как говорят, биомаркер защиты? А тот факт, что люди выздоравливают от этой болезни, конечно, означает, что, скорее всего, иммунитет какой-то возникает, потому что иначе организм не смог бы справиться с этой болезнью. Но вопрос о том, насколько он долговечный, этот иммунитет, пока остается открытым. К сожалению, примеры других коронавирусов, которые вызывают простудные заболевания, показывает, что, к сожалению, иммунитет против коронавирусов у человека, к сожалению, не очень долговечный. Поэтому здесь надо быть готовым к тому, что и вакцина, если мы ее создадим, может оказаться не очень долговечной. И это нужно иметь в виду для, при испытаниях, а также после того, как вакцина будет внедрена, это, за этим нужно внимательно следить. Но еще что очень важно, что вакцины часто, вот, особенно в широких кругах в населении, не совсем понимают, что такое вакцина. Многие говорят, что мы сделали вакцину там за 2 недели. Это не означает, что вакцина сделана. Вакцина – это вакцинный кандидат. Можно предложить некоторую схему производства препарата, который будет по нашим теориям защищать, но прежде чем мы можем назвать это вакциной, надо доказать, что это безопасный препарат, что он эффективный, что он действительно защищает, что этот иммунитет долгосрочный, а не заканчивается в течение там нескольких недель или месяцев. Но еще самое главное, конечно, что это возможность внедрения и практичность этой вакцины.
которая включает в себя массу компонентов: технологичность производства, стоимость производства, а также возможность доставки и хранения и так далее. Морис Хиллиман, который, наверное, был самым крупным вакцинологом всех времен и народов, который создал больше вакцин, чем кто бы то ни было, он всегда говорил, что создание вакцины должно начинаться с, по-английски, feasibility, то есть определение, возможна она или нет. Если эта схема возможна, тогда можно заниматься дальше и безопасностью, и эффективностью. Но это, если эта схема, которая предлагается не, так сказать, технологически и со всех других точек зрения, не работает, это просто, так сказать, научная разработка, это фундаментальная наука, но это не создание вакцины. Я не хочу сказать, что этим не нужно заниматься, надо себе четко понимать, что вообще в технологии часто побеждает не самая высокотехнологическая схема, а самая низкотехнологическая схема, которая достаточна для того, чтобы, так сказать, выполнить задачу. Поэтому здесь надо, как говорится, не обязательно гоняться за каким-то высокотехнологичным вариантом. Ну, вот теперь какие вакцины, конечно. И это все вот то, что список здесь я вам показываю, это все, что сейчас происходит в мире в плане создания вакцин против COVID-19. Конечно, это убитые цельновирионные вакцины, то есть, к счастью, этот вирус легко вырастить в культуре клеток и инактивировать, и тем самым приготовить антиген, который может быть использоваться в качестве вакцины. Другое направление – это субъединичные вакцины, то есть это иммуноген, то есть защитный антиген вируса выделяется отдельно, либо из вирионов, либо он может продуцироваться генно-инженерным путем в каких-то системах, наработан, и из него может быть изготовлена вакцина. А векторные вакцины тоже, собственно говоря, тот же подход, но другая доставка, когда защитный антиген вируса, который в данном случае это поверхностный белок S у коронавируса, он встраивается в какую-то векторную вирусную систему, и этот вектор доставляет этот антиген в организм с тем, чтобы вызвать иммунный ответ. А ДНК-овые вакцины – это, опять же, сходный подход. Это тот же защитный антиген, но он доставляется в организм не в форме белка, а в форме нуклеиновой кислоты, которая его кодирует. Ну и, соответственно, РНК-овые вакцины – это то же самое, но только в данном случае речь идет о мессенджер РНК. Ну и последний вариант, конечно, это живые аттенуированные вакцины, которые, если вы меня спросите, это мое личное мнение, в принципе, могут быть потенциально наиболее эффективными. Создание их не так просто, но в принципе, в идеале, конечно, это было бы самым лучшим вариантом. И, может быть, я об этом поговорю в конце, может, это будет как бы такие вакцины станут вакцинами следующего поколения, потому что сейчас, скорее всего, мы просто не сможем это сделать. Теперь вот что происходит в мире. Это данные по состоянию на прошлую неделю. В доклинических исследованиях, то есть в лабораторных разработках, различных фазах, включая экспериментах на животные и инвитро, и прочие исследования, находится 132 препарата во всем мире. Клинические испытания, вот опять же, это по сведениям Всемирной организации здравоохранения, сейчас находится 17 препаратов. Из них 9 препаратов находятся в первой фазе, то есть это оценка их безопасности на небольшом количестве добровольцев, здоровых, молодых обычно, для того, чтобы определить какие-то, так сказать, нежелательные реакции. Вторая фаза, или иногда это называется первая-вторая, находится 6 препаратов. И до третьей фазы дошло уже 2 препарата, и, насколько я понимаю, сейчас уже 3, по крайней мере. И, кроме того, несколько дней назад было объявлено, что одна из вакцин уже лицензирована. Правда, не для широкой публики, а для военного персонала. Это в Китае вакцина, разработанная фирмой CanSino, которая основана на аденовирусном векторе 5-го типа.
Вот примеры каких-то вакцин. Я прошу прощения за английский язык, потому что, опять же, это я взял из документа ВОЗа. Какие разработки и в каких странах это происходит? Инактивированные вакцины, цельноверионные, исследования вот в Уханском институте биологических продуктов, а также инактивированная вакцина фирмы Синовак, в которой в данном случае применяется с алюминиевым адъювантом. Субъединичные вакцины – это рекомбинантная вакцина фирмы Novavax, и тоже она адъювантирована наночастицами. Иронковая вакцина – это вакцина, разработанная в Национальном институте здоровья в США, и она применяется через липидные наночастицы. И она разрабатывается сейчас, то есть она, это было создано в институте, Национальном институте здоровья, но производство и испытания ведутся фирмы Moderna. ДНКовая вакцина, фирма Inovio, это ДНКовая плазмида, которая доставляется в организм при помощи электропорации. А теперь векторные системы. Существует два типа. Нереплицирующие вирусные векторы, то есть когда защитный белок встроен в векторную конструкцию, но он в организме человека не размножается, просто является средством доставки. И самый известный из этих вакцин в мире – это вот то, что сейчас называют Оксфордская вакцина. Она создана на основе разработок, которые давно уже ведутся в Оксфордском университете в Англии, и она будет коммерциализирована фирмой AstraZeneca. И другой вариант – это аденовирусный вектор на основе аденовируса пятого типа, это вот Кансино, и, насколько я понимаю, в России тоже активно ведутся разработки именно на основе аденовируса пятого типа. Кроме того, существуют реплицирующиеся векторы, и фирма Intravac в Голландии, она занимается созданием вакцины против SARS на основе вируса болезни Ньюкасла. Это птичий вирус, который поражает кур и других, так сказать, птиц из этого семейства, в который встроен вирус, поверхностный белок вируса, коронавируса SARS-CoV-2. И эта система интересна тем, что этот вирус размножается в дыхательных путях, то есть эта вакцина дается интраназально и, соответственно, вызывает такой широкий иммунный ответ не только против, не только антительный, но также и элементы врожденного иммунитета активируются. Другой векторной системой является тоже птичий парамиксовирус, и это вот тоже производится, разработки ведутся в Ланкастерском университете. Ну и, наконец, последняя вот эта живая тонуированная вакцина. Сейчас идут разные разработки, и наиболее интересной, с моей точки зрения, является разработка фирмы Cadagenix в США, которая будет коммерциализация через Serum Institute of India, то есть это индийская компания, которая работает в сотрудничестве с Cadagenix. Механизм аттенуации рациональный, то есть этот вирус перекодируется таким образом, что с использованием кодонов, которые не характерны для нормального вируса. То есть вирус имеет ту же самую аминокислотную последовательность, но набор кодонов, которые их кодируют, другой. И это позволяет резко аттенуировать и снизить патогенность такого вируса. Эта разработка долгосрочная, как я уже сказал, это не так просто. Здесь надо будет доказывать и безопасность, очень аккуратно, и эффективность. Но потенциально она может быть очень перспективной. А теперь, как это сделать на практике? Вот в Соединенных Штатах, вы, наверное, это знаете, президент Трамп объявил такую полувоенную операцию, которая называется Warp Speed, что можно перевести как сжатое время, и, так сказать, время скрученное, так сказать, для того, чтобы сократить разработку, время, необходимое на разработку.
И руководит этой операцией доктор Мансеф Славы, который в прошлом был вице-президентом фирмы GlaxoSmithKline и директором центра разработки вакцин в этой компании, а также генералом Перна. И это, так сказать, показывает уровень и как бы внимание, которое уделяется этому вопросу. Задача этой операции состоит в том, чтобы максимально ускорить создание, чтобы проводить испытания не одной вакцины, а сразу нескольких, и готовить следующий этап еще до того, как завершился предыдущий этап. Вот этот список из 7 вакцин, которые сейчас рассматриваются этой операцией, и некоторые из них, вот в частности Moderna, это ранковая вакцина, она вот должна сейчас уже начать войти в третью фазу испытаний. То есть как бы здесь пока движется все успешно. Но как получится, это непонятно. И почему, я вам сейчас скажу. Потому что здесь на самом деле есть сложности. Мы до сих пор не знаем механизмы защиты от этого вируса. Мы, к сожалению, выяснили, что нейтрализующие антитела недолговечны. Более того, они возникают не у всех. Данные по первой и второй фазе испытаний вакцин тоже показывают, что нейтрализующие антитела возникают только у части привитых. У большинства других возникают антитела, но эти антитела не нейтрализуют вирус, они просто связываются и не убивают его. До сих пор остается непонятной роль клеточного иммунитета, но последние данные показывают, что он, что роль этого, этой, так сказать, части иммунитета довольно значительная. И, конечно, очень тревожным является идея о том, что антитела и вакцинация, в частности, могут не только не помочь заболеванию, а предотвратить его, а усилить заболевание. И это, к сожалению, было продемонстрировано раньше на других вакцинах, и существует определенное основание опасаться этого феномена и здесь. Вот эта картинка, я просто хочу проиллюстрировать, почему это может быть. Здесь показан вирус, коронавирус, и его вот этот вот элемент его короны, этот шип в этой короне, это белок S. И вот зеленым цветом здесь показана та часть этого белка, которая связывается с рецептором, клеточным рецептором. И именно если антитела блокируют именно этот район связывания с рецептором, то вирус нейтрализуется. Если антитела связываются с каким-то другим районом в этом белке, они будут связываться, но нейтрализовать вирус могут, не обязательно будут его нейтрализовать. А что это означает? Этот белок очень динамичен. На самом деле белок S, он предназначен для того, чтобы вирус мог войти в клетку путем слияния мембраны. И это достигается за счет того, что происходит кардинальная реконструкция этого белка. Он сначала связывается с мембраной, а потом происходит конформационные изменения, и это становится по форме совершенно другой белок, в котором возникают совершенно другие эпитопы, те, которые были, они исчезают. Если мы получим антитела вот к этой форме уже, которая возникает после слияния мембраны, то ничего хорошего в этом не будет. Эти антитела будут связываться, но убивать вирус не будут. Нам нужны такие антитела, которые связываются с той конформационной формой белка, которая до слияния мембраны, и именно с конкретно с рецептор, связывающим участком. И какие потенциальные осложнения? Это две связанные вещи, но они как бы раздельны. Первое – это то, что называется антителозависимое усиление инфекции. И, насколько я знаю, по-русски это сокращается АЗУИ. Да? Но, кроме того, существует еще вакцино-ассоциированное осложненное респираторное заболевание. Это, казалось бы, похожие вещи, но немножко разные, потому что у них разный механизм. Вот этот АЗУИ, его механизм состоит в том, что если антитела не убивают вирус, а просто связываются с ним, то в клетке есть рецепторы, которые способны эти антитела притянуть и тем самым увеличить эффективность проникновения вируса в клетку. Это
в свою очередь приводит к повышенному размножению, к активации врожденного иммунитета макрофагов, выделению воспалительных цитокинов и, так сказать, дальше может приводить к цитокиновому шторму. Вакцина-ассоциированное осложненное респираторное заболевание, оно тоже имеет, так сказать, немножко другой механизм, тоже оно осуществляется за счет образования иммунных комплексов и связывания комплимента воспалительных, выделения воспалительных цитокинов, но в основном это происходит в том случае, если иммунный ответ идет по типу TH2, то есть это то, что обычно часто бывает при аллергических заболеваниях. Это сопровождается выделением определенного набора цитокинов, которые вот именно вызывают это вот аллергическое воспаление. Бороться с этим можно двумя способами. Против вот этого антителозависимого усиления надо добиваться того, чтобы вакцина вызывала преобладание нейтрализующих антител. И нужно внимательно смотреть на то, что эти нейтрализующие, что антитела, которые вышли, они не только связываются, но и убивают вирус. Это один из таких хороших маркеров того, что этой проблемы может не быть. Ну и потом второе, конечно, нужно добиваться того, чтобы иммунный ответ шел именно по TH1 типу, то есть избежать вот этого чрезмерного воспаления. И существуют способы проверить довольно рано в клиническом исследовании, какой тип иммунного ответа происходит, и это нужно обязательно иметь в виду тем, кто создает вакцины. Какие альтернативы этим вакцинам? Потому что, как вы уже поняли, сейчас вот эти все 100 с чем-то, почти все из этих 100 с лишним вакцинных кандидатов, они все целятся в одну мишень. Это поверхностный белок S. И это, конечно, очевидно, потому что это есть и тот белок, который вызывает нейтрализующие антитела. Но, как это говорят в Америке, класть все яйца в одну корзину очень опасно. Потому что если окажется, что этот S-белок не является таким хорошим защитным маркером, то мы можем иметь проблему. Существует еще, кроме того, врожденный иммунитет. И уже давно было известно, что многие вакцины, живые вакцины, такие как BCG, вакцины против кори, полимелитные вакцины, они способны сильно стимулировать этот врожденный иммунитет, который защищает против широкого спектра других патогенов, как вирусных, так и бактериальных. И этот эффект длится какое-то время, до тех пор, пока в организме циркулирует интерферон, который индуцирован вирусом. Кроме того, существуют специальные эпигенетические механизмы, которые позволяют, так сказать, повысить уровень активности вот этих каскадов врожденного иммунитета, который может длиться несколько месяцев и, по некоторым сведениям, даже несколько лет. И этот подход, конечно, было бы совершенно неправильно игнорировать. К сожалению, это только сейчас важность этого врожденного иммунитета становится понятна в вакцинологии. И сейчас много исследований производится в этой области. И мне кажется, что совершенно необходимо, чтобы это направление развивалась и в России, потому что эта вся идея, вообще-то говоря, вышла из России. И я здесь могу просто, как говорится, похвастаться семейными связями, потому что впервые эту идею высказала моя мама Марина Константиновна Ворошилова еще 50 лет назад, которая в институте полиомиелита, который тогда назывался таким образом, показали, что в очень больших клинических испытаниях показали, что эффективность живой полиомиелитной вакцины против гриппа во время сезонной вспышки этого заболевания было 3,8 раза. То есть снижение заболеваемости гриппом у привитых живой полиомиелитной вакцины было больше, чем от специфической вакцины от гриппа. Это совершенно замечательный результат, который, к сожалению, был забыт надолго. И сейчас, за последние 10 лет, появилась масса работ, которые показывают, что и другие вакцины тоже вызывают вот такую временную защиту. Это абсолютно, так сказать, простой и дешевый способ, так сказать, мне кажется, грешно не использовать. Поэтому мы вот в прошлом месяце
опубликовали совместно с Робертом Галло, известнейшим мировым вирусологом, который открыл вирус иммунодефицита человека, вот такой призыв использовать не специфическую защиту, вызываемую живыми вакцинами, для контроля COVID-19. К сожалению, у нас пока это движется довольно медленно, и мне очень приятно, что первой страной, которая начала испытание живой полимелитной вакцины, является Россия. Может быть, Айдар Радович немножко об этом может сказать. Ну и я закончу свое выступление. Наверное, я уже перебрал то время, которое вы рассчитывали меня слушать. Я скажу, что сейчас, конечно, мы находимся в положении, когда трудно делать какие-то прогнозы. Мы вот за эти там 4-5 месяцев уже много иллюзий рассеялось относительно того, как будет развиваться ситуация дальше. Конечно, необходимо преследовать разные варианты. Нельзя зацикливаться на каком-то одном. Надо преследовать все возможные идеи. И это включает и неспецифические вакцины. И нужно, разрабатывая вакцину против этой болезни, надо думать, как бы сделать так, чтобы иммунный ответ, который мы индуцируем, был бы наиболее широким. Он не только был бы однобоким и направлен на какие-то отдельные аспекты иммунной системы. Конечно, здесь важна кооперация. Конкуренция всегда существует, этого трудно избежать. Но, к сожалению, не существует таких институтов и организаций, которые бы обладали бы всем от начала до конца. И хорошей фундаментальной наукой, и прикладной наукой, и производственными возможностями, и опытом внедрения. Поэтому здесь, конечно, необходимо организовать какую-то такую кооперацию между всеми, кто владеет знаниями и опытом в конкретном этапе разработки вакцин. Надо, конечно, очень внимательно относиться к тому, какой иммунный ответ, и нужно избежать потенциальных, потому что это будет не только плохо для этого заболевания, это нанесет колоссальный ущерб доверию населения к ученым. Потому что, к сожалению, как вы знаете, что эти вот антиваксерные настроения сейчас сильны, и я рассчитывал, что эта эпидемия немножко отрезвит людей, но, к сожалению, это, похоже, не так. И если вакцина, которую мы создадим, будет вот вызывать какие-то осложнения, это сильно подорвет доверие населения вообще к вакцинологии, к программам вакцинации. Надо задействовать все механизмы иммунного ответа, потому что только организм устроен так, что он не зря имеет разные, так сказать, ветви иммунного ответа. Только задействование всех ветвей приведет к созданию долгосрочной и эффективной вакцины. Надо быть готовым, что первая вакцина не окажется последней, потому что вполне вероятно, если кому-то удастся сделать вакцину, которая защищает, но она будет не оптимальна, например, она может быть дорогой или она может быть вызывать не очень долговечный иммунитет, что необходимо не останавливаться, а работать дальше. Надо создавать оптимальную вакцину, которая будет удовлетворять всем требованиям. Ну и последнее, что я хочу вам сказать, что, конечно, опять же, повторяя мысль Морриса Хиллемана, без эффективной технологии вакцины нет. Мы можем создать сейчас что угодно, очень высокотехнологические вещи, РНК на основании знаний молекулярной биологии, но если это окажется очень дорого или невозможно притворить в жизнь и использовать в публичном здравоохранении, то от этого толку очень мало. Ну и все, кажется, что я вам хотел сказать, и я хочу поблагодарить вас за внимание. Если есть вопросы какие-то, я готов ответить на них. Спасибо. Спасибо, Константин Михайлович, за прекраснейший, объемный, очень прецизионно выверенный доклад. Уважаемые коллеги, кто хотел бы из присутствующих задать вопрос? Александр Михайлович, пожалуйста. Кстати, Михайлович, действительно, большое спасибо, очень интересно и широко. Вот два таких момента, которые я для себя пометил из вашего выступления, которые, ну, кажется мне, для меня особенно интересными, это действительно вот вопрос, связанный с цельновиренными вакцинами. И, казалось бы, действительно, вот то, что сейчас большое количество слабосимптомных больных, фактически это люди, которые
Ну, по существу это и есть некая вакцинация, да? То есть люди, которые попадают в условия такой относительно слабой нагрузки в присутствии реального вируса, они действительно вырабатывают необходимые антитела, и, наверное, это действительно вот так очень такая, такой ясный сейчас месседж, что действительно в этом направлении интересно действительно поработать. И второй момент, действительно, который касается стимулирования врожденного иммунитета, это тоже очень интересно. Я знаю, что у нас Виталий Васильевич Зверев очень активно сейчас промотирует вот это направление, поскольку у нас же была вакцина Иммуновак 14, да, по-моему, да. Такая широкого поля действия. И, конечно, это действительно было бы интересно, особенно если специфическая вакцина не будет разработана к осени, проводить вот такую вакцинацию неспецифической вакцины, которая уже, так сказать, есть, и действие которой доказано. У меня в связи с этим вот есть какой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о вот этих вот микро, так сказать, механизмах действия неспецифических вакцин, вы говорите, что это там сейчас поле такой интенсивных исследований, но все-таки интересно, вот что можно здесь сказать, а все-таки как, почему они срабатывают? То есть что, какие там есть, так сказать, цепочки вот этого иммунного ответа на неспецифические вакцины, которые тормозят, ограничивают действие вот таких вот патогенов? Да, Александр Михайлович, спасибо большое за вопрос. Да, насчет врожденного иммунитета, механизм, я начну с конца отвечать на ваши вопросы. Детальные механизмы не очень понятны, но в целом врожденный иммунитет включает в себя массу разных отдельных частей, опять же, как гуморального, так и клеточного характера. Самое очевидное, и то, что было открыто очень давно уже, это интерферон, который, конечно, все знают, и он используется для терапии многих других заболеваний. Что он делает? Он просто разносит интерферон, это белок, который выделяется организмом в ответ на инфекцию и какой-то на стимул. Когда организм распознает что-то чужое, он посылает этот белок как сигнал тревоги. И весь организм включает специальные механизмы, как бы, знаете, как вот пожарный сигнал, и вдруг включаются все спринклеры, которые начинают гасить пожар, не зная даже, где загорелось и что горит. И то же самое происходит с интерфероном. То есть существует довольно хорошо известно, интерферон запускает каскады каких-то белков, которые выключают синтез белка и своего, и чужого, разрушают нуклеиновые кислоты. Есть масса детально разработанных механизмов действия интерферона. Кроме того, врожденный иммунитет еще действует на уровне клеточного. Например, моноциты и макрофаги – это все часть врожденного иммунитета. И надо сказать, что такой адаптивный иммунитет, то есть антитела, он есть только у млекопитающих. Все остальные организмы, они обходятся только врожденным иммунитетом. Вот этот адаптивный иммунитет, способность вырабатывать антитела, это длительный процесс. Антитела вырабатываются, ну, так, грубо говоря, через 10 дней, через 2 недели. И организму надо как-то прожить первые дни и не умереть от заболевания. И вот тут именно это срабатывает. До сих пор было как-то недооценена роль, потому что живые вакцины действительно это делают. И показано, например, что применение живой полимелитной вакцины снижает общую смертность от любых заболеваний на 30%, даже если нет полиомиелита. То есть это означает, что прививка живыми вакцинами дает колоссальный защитный эффект. Теперь насчет цельноверионных вакцин. Мне нравится этот вариант, потому что он не основан только на этом S-белке. Потому что все, вот 95% всех групп, которые бегут, грубо говоря, как, так сказать, в одном стадии, грубо говоря, извините, может быть, за грубое слово, пользуясь тем, что известно, как говорится, ищут решение под фонарем.
Я не хочу сказать, что это не получится. Наверное, скорее всего, какая-то из этих вакцин будет работать. Но, как я уже сказал, очень важно индуцировать несколько ветвей иммунитета. И поэтому, если вы иммунизируете человека не одним только белком, а целым комплексом белков, тут будут и структурные белки, которые на поверхности, рецепторные, и то, что находится внутри вириона. Это большой вирус, там много разных антигенов. Конечно, другие белки, может быть, не будут вызывать нейтрализующие антитела, но надо не забывать, что Т-клеточные эпитопы существуют у многих белков, которые не вызывают нейтрализующих антител. И наличие Т-клеточного иммунитета очень важно для защиты. Поэтому, в принципе, мне кажется, цельновирионные вакцины могут быть очень эффективны. Однако, конечно, надо быть осторожным. Вот как я уже сказал, надо убедиться, что технология правильная, потому что можно инактивировать вирус разными способами. Если это сделать неаккуратно, то может вот появиться антитела, которые не желают. Это как бы один из, мне кажется, перспективных вариантов, но как и ко всему надо подходить с осторожностью. Спасибо. Константин Михайлович, я позволю задать два вопроса, которые очень часто возникают у нас здесь, и, может быть, вы нам поясните. Вы отчасти коснулись этих моментов в своем докладе. Это достаточно короткое время персистирования антител в кровотоке. И вопрос, связанный с гипераллергической реакцией на саму вакцину. Готовым ко всему, и не нужно полагаться на какой-то один вариант. Потому что, видите, поиски вакцины против ВИЧ до сих пор продолжаются, не очень успешно, но тем не менее, это до сих пор нерешенная проблема. Спасибо. И вот касательно гипераллергической реакции. Да, ну, гипераллергическая реакция, да, здесь она как бы двух типов. Одна – это вот та реакция, которая вот вызывается неправильным иммунным ответом по TH2 типу. И модуляцию этого дела можно производить при помощи адъюванта. Существуют адъюванты, которые позволяют направить иммунный ответ по одному руслу или по другому. И здесь, конечно, надо просто проверить, потому что те вакцины, которые находятся в разработке, это не так сложно посмотреть, какого типа иммунный ответ. Нужно просто посмотреть на тип иммуноглобулинов, которые, и на тип, на набор цитокинов, которые выделяются при иммунизации. И это дает какую-то информацию о том, чтобы судить о том, какого типа иммунный ответ, и можно ли ожидать вот таких неприятностей. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу призвать всех продолжить наше совещание, нашу работу нашего совета и предоставить слово член-корреспонденту нашей Академии наук Айдаровичу Ишмухаметову, директору научного центра имени Чумакова.
Айдар Ильич, у меня вопрос касательно состояния вопроса, связанного с разработкой вакцины, которую в свое время вы предложили, цельноверионной вакцины против COVID-19. И, с другой стороны, пожалуйста, вы можете задать несколько вопросов Константину Михайловичу, если они у вас возникли. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Павлович. Ну, хотелось бы прежде всего поблагодарить Александра Михайловича за организацию совещания вот такого формата. И вот, послушав Константина Михайловича, становится ясно, насколько общие вопросы и, в общем, отношения. Да? То есть, наверное, все-таки это не просто аура, семейная аура, а все-таки результат того, что мы общаемся и какие-то, скажем так, позиции приняты с обоих сторон. Итак, что касается... Пожалуйста. Вот новое, это хорошо забытое старое. Мы нашли, скажем так, приводя в порядок библиотеку, нашли вот такую книжку аж 72-го года. Это результат работы ветеринарной академии. Тем не менее, вот авторы этой книги работали с сотрудниками института и, значит, вспомнили даже какие-то аспекты из этой книги. И здесь очень хорошо изложено на паре страниц о том, что не только среди животного мира, но и среди людей. И вот проводятся параллели о том, какие возможные опасности несут за собой коронавирус. Обращаю внимание, это 50 лет назад. Вот. А теперь новые знания. Да, вот, ну, за последний период, это лишний раз говорит, что надо чаще встречаться, да, появились новые знания, которые, в общем, прямым образом влияют на те подходы к лечению, те подходы к созданию вакцин. Да? Итак, вот нами было, в частности, так и как многие другими, получено, что эволюция данного вируса происходит с очень низкой скоростью. Да? Что, в общем-то, говорит о том, что, скорее всего, мы провели это на достаточном количестве больных, работая и в коммунарке, и в Московской медицинской, в Сеченовской академии. И получается так, что, скорее всего, видимо, это достаточно медленно меняющийся объект, который, ну, вряд ли будет эволюционировать то, как чего боялись в свое время, и для чего будут нужны, как для гриппа, постоянные платформы. Да? И, так сказать, их постоянная смена сезонная и так далее. Да? Второе, что более существенно, да, это вот сложная структура мишеней клеточного иммунитета. Все-таки недостаточно, по-видимому, оценивать исключительно гуморальный иммунитет. Да? В последнее время все больше есть работ, касающихся влияния нуклеокапсульных белков. То есть ориентироваться на создание клеточного иммунитета вряд ли является, ну, исключительным, так сказать, приоритетом. И одновременно с этим сразу возникает подход, вот я все время буду вести вопрос все-таки к обоснованию, как к цельноверионным вакцинам, как способу выбора при подходе к лечению. Ну и то, о чем говорил, мне сегодня придется несколько раз, видимо, ссылаться на Константина Михайловича, о том, что популяция гетерогенна, да, что есть заболевшие, которые болеют второй раз, есть хорошо проболевшие, тем не менее, не имеют нейтрализующих антител, то есть вполне возможно на каком-то этапе вот та панель вирусов, которые на сегодня, вакцин, которые на сегодняшний день разрабатываются, она может и сохраниться в зависимости от первичного иммунного статуса, от компрометации иммунитета, да, от возраста. Вот это, наверное, вполне возможно, что будет таким образом. Поэтому, скажем так, цельноверионный актив – это то, что лежит на первом плане. Тем не менее, вот существующие платформы векторные, наверное, они имеют тоже за собой, ну, такой следующий шаг и, наверное, будут оправданы, когда мы сможем более четко понять все-таки реакцию иммунной системы и зависимость от клеточного иммунитета. И вот пару методологических аспектов, которые за последнее время, это получен, адаптированный к мышам штамм, который позволяет испытывать противовирусные препараты на мышиной модели. О чем это говорит? Это говорит о том, что для рутинных таких многоплановых больших исследований, особенно для доклиники, вполне могут использоваться этот штамм и обычные мыши. Да? Нет задачи на сегодняшний день, как это было для нас месяца три назад, создавать и искать вот как раз мышей с гомологичных с человеческим. Да? То, что создали в Соединенных Штатах, да? То, что пытаются у нас сделать. То есть вот тут как бы есть такой облегчающий в какой-то мере доклинику и какие-то исследовательские работы. Так?
Ну и общая вещь – это отсутствует общепринятый стандарт вируса. Мы знаем, что у нас порядка полутора десятков, наверное, если не больше, уже создано всяких диагностических систем. Тем не менее, серая зона, она все-таки достаточно широка, я имею в виду с точки зрения нейтрализующих и нейтрализующих антител. Да. Ну, повторюсь еще раз, что мы считаем, что инактивированная вакцина цельновирионная – это вакцина первого выбора, поскольку вот она имеет наиболее полный иммунный ответ. И для нас очень существенно, что у нас, собственно, известны платформы для ее производства. Вот примерно тут такие цифры. Это мировые цифры, собственно говоря, что среди зарегистрированных вакцин, сколько цельновирионных инактивированных. Да? И вот, в частности, все наши вакцины, имеется в виду то, что создано в Институте полиомиелита, теперь Центр Чумакова, они, собственно говоря, цельновирионные. Да? И вообще, если взять 12, по-моему, или 14 вакцин США и России, то из них большинство, ну не большинство, а все практически цельновирионные. Да? Там, за редким исключением, там, упоминаемая Эбола и, пожалуй, еще гепатит Б, а практически все остальные, они являются цельновирионными вакцинами. Ну, еще раз я показывал несколько раз этот слайд, пару раз передвигая вот эту вот галочку зеленую, как мы движемся. Да? То есть у нас совершенно четко разработанная карта дорожная, как говорят. Да? На сегодняшний день мы находимся на фазе доклинических исследований, которые мы завершим в августе месяце. Вот, и планируем, вот сегодня докладывали в Министерстве здравоохранения, что мы планируем по августе месяце подать документы на клинику. Да, предполагаем это делать таким обычным гражданским оборотом. И примерно прикинули наши возможности. Это вот 7-10 миллионов доз, это, наверное, существенно. Возвращаемся к тому, что сказал Константин Михайлович, что делать нечто можно как фундаментальное исследование. В данном случае интересует, сколько в результате прохождения, так сказать, этой дороги можно выпустить. Да, вот по нашим возможностям 7-10 миллионов доз в год мы можем произвести без существенной какой-то перестройки, скажем так, внутри института, внутри предприятия, которое принадлежит институту. Дальше. Ну, немножечко просто для визуализации образа скорее, да, с учетом ну, элементов такой популярности программы, в которой мы участвуем, да, вот показано на нескольких снимках поэтапно технологии разработки, да, собственно говоря, этап заражения, как разрываются клетки, и вот в результате вирусные частицы, выходящие на свободу. Ну, вот позволю себе завершить это таким рисунком, а под этим лежит наше желание не только завершить работу в установленные нами сроки, но и то, что мы в июне месяце уже подали. Мы имеем, как известно, преквалификацию в ВОЗе по, так сказать, по возможности экспорта, и мы уже подали необходимые документы на возможности использования в экспортных целях нашей будущей вакцины. Да? Естественно, там цена и объемы будут определяться государством, потому что мы в первую очередь должны решить вопрос, так сказать, национальный, да, но тем не менее эта вот задача на сегодняшний день решается. Спасибо за внимание. Спасибо, Айдар Ильич. Александр Михайлович, есть вопросы к Айдару Ильичу? Айдар Ильич, спасибо, пожалуйста, большое за ваше выступление. Скажите, пожалуйста, вот сейчас по счету такое научно-производственное объединение, которое у вас есть в Институте Чумакова, производит ежегодно достаточно большое количество вакцин. И вы действительно по всем этим вакцинам проходили, ну, так сказать, определенные стадии разработки до того, как это шло в массовое производство, опять же, у вас. Скажите, пожалуйста, вот если речь идет о вот этой новой вакцине, которую у вас разрабатывают, цельновирионной, вот видите ли вы ну, сейчас какие-то возможности отклонения вот этого, от этого пути? От, или вы считаете, что тот опыт, который вы приобрели на нескольких типов вакцин, которые вы разработали, он ну, просто будет в значительной степени повторен сейчас вот в отношении нового вируса? Спасибо, Александр Михайлович.
Ну, два аспекта. Аспект первый – это, собственно, содержательный вопрос, да, с точки зрения технологии. Конечно, это новая технология. То есть технология, она общая, да, но, тем не менее, отрабатывается каждый раз заново, и каждая из наших там 4-5 вакцин – это каждый раз новый опыт, новые технологии, новые патенты, новые знания, и все с этим связано, да. Если я правильно понял, то суть еще, как бы дополнительный вопрос стоит, это какая административная дорога, то есть система регуляции, регистрирования, может быть, в этой ситуации. Да? Дело в том, что мы понимаем, ну, люди гибнут, да, поэтому есть искушение всегда у регуляторной системы, у руководства страны предложить более быстрое решение. Да? И действительно существует 441 постановление, которое позволяет определенным образом, ну, скажем так, минимизировать какие-то административные процедуры. Но этот вопрос очень сложный, очень дискутабельный. Для этого существует комиссия определенная. Ну, вот мы в установленном порядке предполагаем подать Министерству здравоохранения наши наработки по результатам доклиники, да, после чего зададим какие-то вопросы, которые бы подразумевали, возможно ли там совмещение каких-то этапов, да, или отложение каких-то элементов доклиники, таких длительных, как, например, там, токсичность, которая не меньше полугода будет производиться. Да. То есть этот вопрос, ну, он такой, скажем так, содержательный, но в то же время он регуляторного характера, и, конечно, он должен обсуждаться достаточно широко с экспертной аудиторией для людей, принимающими решения. Спасибо. Ну вот если говорить о соответствии вашему опыту разработки предыдущих вакцин. Без вот этого ускорения, там, наложения этапов, тогда что по срокам? Если вы действительно в августе начнете клинику, да, что вы по срокам можете предположить? Мы предполагаем, если по срокам без каких-то существенных изменений, если у нас все будет успешно, все-таки это новая вакцина, мы, конечно, позволяем себе в этой аудитории говорить, что мы все сделаем, и сроки такие. Тем не менее, мы предполагаем, что в январе месяце мы закончим клинику и можем спокойно подавать на регистрационную. Спасибо. Это как бы обычный путь. Дальше вопрос определяется. Мы только что говорили о том, что модели все-таки не утверждены на сегодняшний день животные, да, то есть могут быть дополнительные вопросы. То есть эксперты могут задавать какие-то дополнительные вопросы. Вопрос какого-то консенсусного решения. Мы это часто проходим и с существующими вакцинами, даже с внесением изменений в технологию существующих вакцин. Поэтому вопрос этот такой экспертный, я бы сказал. Спасибо. Айдар Ильич, скажите, пожалуйста, вот вы все-таки в августе месяце готовы пойти в ограниченные клинические испытания. Вот сегодня, проведя в известной мере большую часть доклинических изысканий, есть ли все-таки у вас уверенность о том, что вам удастся преодолеть этот феномен короткого персистирования антител в кровотоке? Ну, Владимир Павлович, для этого и проводятся клинические исследования. На сегодняшний день, да, у нас такая уверенность есть, и поэтому мы позволим себе, когда завершим доклинику, перейти к этому этапу. Ну, в общем, это новые вакцины, новые подходы. Всякое бывает, для этого и делают первую ограниченную фазу. В общем, трудно сказать однозначно. Ну, а вот в экспериментах на мышах наблюдается этот феномен или нет? Нет, на сегодняшний день нет. Спасибо. Уважаемые коллеги, скажите, Айдар Ильич, у вас есть вопросы к Константину Михайловичу? Нет, Владимир. Вам все ясно? Сейчас общаемся, мы ему крайне благодарны за его помощь. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мне хотелось пригласить к дискуссии член-корреспондента Российской академии, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний Александра Николаевича Лукашова. Александр Николаевич, пожалуйста, подискутируйте в аспекте создания вакцин в мире и месте наших вакцин, российских, я имею в виду кандидатных вакцин, в этом спектре. Пожалуйста. Да, спасибо. Я еще раз всех приветствую. Ну, во-первых, после Константина Михайловича трудно делать доклад, потому что очень полный разносторонний доклад, но я постараюсь добавить несколько соображений, которые мне кажутся важными. Я тоже склоняюсь к мысли, вот глядя на динамику роста коллективного иммунитета, на динамику снижения заболеваемости, что уже в странах, которые были максимально поражены коронавирусом, коллективный иммунитет начинает играть
достаточно значимую роль в снижении заболеваемости, несмотря на то, что у нас нет и близкого тех 60-70%, которые должны быть по учебнику. Но без коллективного иммунитета, без его роли объяснить снижение и в северо-восточных штатах Соединенных Штатов, в Нью-Йорке особенно, да и то, что в Москве какое снижение идет быстрое, несмотря на то, что люди расслабились и не соблюдают меры, невозможно. То есть есть очень большая вероятность, что массовая вакцинация, во-первых, будет уже намного менее актуальна. И второе, поскольку мы практически не можем быть уверены, что иммунитет будет стерилизующим, то есть будет прекращать циркуляцию вируса, скорее всего, мы все-таки говорим про нишевые вакцины для максимально уязвимых групп населения. То есть для людей в возрасте старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. И если мы смотрим в этом аспекте, то мы говорим уже не про 70-80 миллионов доз, а действительно про 7-10 миллионов доз. И эта цифра является вполне такой адекватной, ну там 15 миллионов доз. А теперь, значит, что касается вот вообще всей вот этой вот всего рынка разработки коронавирусных вакцин. На самом деле он вызывает определенное удивление, потому что, с одной стороны, предлагаются очень технологичные подходы, очень современные, очень такие модные по тому, как сделать вакцину, но, с другой стороны, от этого очень сильно на порядок отстают подходы к испытанию вакцин и к обеспечению их эффективности и безопасности. Потому что мы видим вакцины, преимущественно вот из тех десятков вакцин, которые сейчас разрабатываются в мире, это вакцины на платформах, на системах, которые раньше никогда не использовались, которые не доказаны, не проверены. И вакцины делают, значительную часть вакцин разрабатывают люди, которые не слышали про коронавирусы еще там полгода назад. И скорее биотехнологи, чем специалисты по разработке вакцин. Уж не говоря о том, что очень мало кто держит в голове весь конвейер производства вакцин и масштабирования этого производства. Потому что, как сказал Константин Михайлович, сделать какой-то препарат в количестве 100 или 1000 доз – это достаточно такая тривиальная задача. Масштабировать его до 10 миллионов доз – это на порядок более сложная задача. Теперь, значит, вот в этом разрезе, в плане испытания вакцин, действительно вызывает удивление то, что у нас иммунология отдельно, технология производства отдельно и технология конструирования вакцин отдельно. То есть кооперация между этими областями, она очень слабая. И вот мы сейчас понимаем, что Т-клеточный иммунитет играет, пожалуй, ведущую роль в защите от коронавирусов, в частности от COVID-19. Но при испытании вакцин в качестве основного маркера, в качестве основного вот коррелята защиты используется генерация антител. Хотя мы знаем, что человек может быть прекрасно защищен и без антител, и может быть не защищен с антителами, но поскольку это дешево и доступно, вот этот вот старый показатель, он используется как мерило эффективности большинства вакцин. На мой взгляд, это большое упущение, причем это происходит во всех странах, это универсальная такая вот какая-то особенность разработки вакцин, и только очень малая часть вакцин испытывается на генерацию Т-клеточного иммунитета, который, конечно, является ключевым и для защиты, и для предупреждения антителозависимого усиления. По моделям заболеваний вообще, на мой взгляд, их нету. Это главная проблема, почему на самом деле мы вынуждены признать, что как бы мы ни старались, мы пойдем на клинические испытания, не имея адекватных моделей, ну, кроме приматов. Потому что у мышей, если это адаптированный вирус, что у мышей с трансгенных с человеческим рецептором, не воспроизводится в полной мере патогенез заболевания и плохо воспроизводятся те механизмы, которые приводят к смерти. То есть мы можем оценивать, как вирус, как вакцина защищает от инфекции, но мы не можем, во-первых, оценивать, защищает ли она, собственно, от тяжелых форм и от смерти, и мы не можем адекватно оценить, защищает ли она от антителозависимого усиления ответа. Сейчас для этого вот основной моделью являются макаки резус, насколько я знаю,
И это сильно осложняет вот этот вот тип исследований, который, конечно, должен выполняться. Хотя нужно сказать, что для цельнодеревных вакцин китайцы опубликовали очень обнадеживающие результаты, которые говорят о том, что, возможно, нет антител зависимого усиления инфекции вот для таких вот вакцин, сделанных по технологии 60-летней давности, как сказал мой один знакомый, это как автомат Калашникова. Это просто, это может быть в чем-то примитивно, но это работает. И это действительно, на мой взгляд, достаточно многообещающая технология, потому что она может быть легко масштабирована, потому что для нее видно весь путь до конечного применения. Поэтому, на мой взгляд, она в чем-то предпочтительнее каких-то других высокотехнологичных и избыточно дорогих, избыточно сложных решений. Вот это вот те соображения, которыми я хотел бы поделиться. А вот вопрос, который у меня есть к Константину Михайловичу. Вот действительно феномен того, что вакцины живые могут защищать от других инфекций, он известен, он описан, вот это вот то, что называется antiviral state. Но мы знаем, что человек в течение года переносит, может быть, 10 инфекций другими вирусами, в том числе респираторными вирусами. У детей это и кишечные вирусы, те же неполиомиелитные энтеровирусы, да и у взрослых тоже есть вот это инфицирование неполиомиелитными энтеровирусами. Вот почему на фоне массы каких-то бессимптомных инфекций все-таки можно увидеть эффект от живых вакцин? Это первый вопрос. И второе, вот хочу поделиться, так подискутировать. У меня возникает такое вот, может быть, ощущение, что в какой-то мере, если не сама инфекция COVID-19, то ее течение можно назвать болезнью чистых рук. То есть есть такие вот болезни, как, там, скажем, бронхиальная астма. Известно, что бронхиальные астмы болеют чаще, тяжелее в тех странах, где выше уровень гигиены, потому что дети не встречаются вовремя с нужными антигенами. Вот глядя на профиль смертности в разных странах, возникает ощущение, что смертность заметно ниже в странах с намного менее развитым уровнем гигиены, санитарии и медицины, чем в высокоразвитых странах. И вот я хочу тоже спросить Константина Михайловича его мнение, насколько вы думаете, это вот иммунная какая-то вещь, или это просто из-за того, что в высокоразвитых странах намного выше доля возрастного населения? Спасибо. Спасибо. Александр Николаевич, это вполне соответствует тому, о чем я тоже думаю, потому что это совершенно удивительно, какая четкая корреляция между заболеваемостью COVID-19 и национальным доходом на душу населения. Чем более развита страна в смысле экономики и, соответственно, гигиены и всего образа жизни, тем выше в ней заболеваемость COVID-19. И это на самом деле не альтернатива вашей, так сказать, гипотезе, что это связано с другими вирусами. Она сюда вплетается вполне хорошо, потому что одна из теорий, это выдвигалось и раньше, что страны, например, которые применяют БЦЖ, у них заболеваемость ниже. На самом деле, я думаю, что здесь масса факторов работает, но один из важных факторов, который вообще в эпидемиологии нельзя не учитывать, это то, что разные вирусы, распространяясь волнами, они взаимодействуют друг с другом. Мы до сих пор не очень хорошо понимаем вот эту вот виросферу, так сказать, даже не виром, а вот то, как себя ведут вирусы на земном шаре. Например, существуют вполне достоверные и правдоподобные теории о том, что причина, почему грипп сезонный, состоит в том, что летом гриппу мешают энтеровирусы. Потому что, как вы знаете, в августе, в сентябре и в октябре обычно бывает пик не заболеваемости, а распространения энтеровируса. Поэтому очень будет интересно посмотреть, что произойдет в этом году с коронавирусом. Не совпадет ли это падение, которое, я все-таки надеюсь, произойдет именно с энтеровирусной, так сказать, волной энтеровируса. То же самое интересный вопрос, что будет зимой. Потому что если придет, как обычно это бывает, грипп, то не будет ли этот грипп мешать коронавирусу? Здесь масса интересных вопросов, и, к сожалению, ответа на них мы пока не имеем.
Константин Михайлович, сейчас существует такая точка зрения о том, что количество интравирусных инфекций резко сократилось. И пытаются все-таки это объяснить уровнем повышения, так сказать, роли самоизоляции в патогенезе именно развития энтеровирусных инфекций. Насколько вы считаете, что это роль действительно коронавирусной инфекции? Ну да, это очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, конечно, карантинные меры играют колоссальную роль, так сказать, в отношениях между людьми и в способности передавать друг другу вирусы и другие патогены. Поэтому здесь это трудно вычленить одно от другого. Но, и опять же, интересно будет наблюдать, что произойдет сейчас, потому что вы, наверное, знаете, конечно, энтеровирусные болезни не, это не очень высокая, так сказать, как бы проблема в публичном здравоохранении. Однако существуют такие, которые вызывают тревогу. Например, энтеровирус D68, который, в принципе, ожидался в этом году. Эти вспышки бывают раз в два года с удивительной частотой. Вот в этом году, в августе и в сентябре, ожидался пик энтеровируса 68. Вот посмотрим, что будет. Будет ли он в этом году. Потому что, конечно, карантинные меры, они должны что-то снизить, но все-таки путь передачи этого вируса другой. И это интересный природный эксперимент. Спасибо. Александр Николаевич, вы удовлетворены ответом? Да, большое спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте мне пригласить к нам для дискуссии генерального директора биотехнологической компании «Биокат» Дмитрия Валентиновича Морозова. Но прежде мне хотелось бы, я думаю, я выражу общее мнение, поздравить Дмитрия Валентиновича с заслуженной наградой, получением государственной премии Российской Федерации. Пожалуйста, Дмитрий Валентинович. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за поздравления. Знаете, вот второе, наверное, это наше такое заседание, да, я во втором принимаю участие, мне откровенно очень интересно. Очень интересно обмениваться мнениями, и очень я бы хотел бы поблагодарить хозяев этой конференции за столь интересный диалог, да, тем более всегда интересные люди встречаются, которые мы знакомы и частично незнакомы. Вот. И продолжая вот нашу дискуссию, я, конечно, очень с большим интересом послушал выступление Константина Михайловича, и знаете, на чем бы хотел сделать акцент? Акцент на том, что является реалистичным, что является нереалистичным, когда мы говорим о вакцинах, да, и действительно существует множество очень интересных технологий с, ну, или подходов с научной точки зрения. Но когда мы говорим о том, что нам надо очень активно позаниматься и получить результат в кратчайшие сроки, с высоким уровнем вероятности того, что это получится, к сожалению, да, как бы, так сказать, большинство технологий приходится отложить в сторонку и заняться просто вот такими вещами, которые, скорее всего, дадут какую-то синицу в руке, да, и жаровое в небе. Это всегда приходится делать выбор, потому что этот выбор всегда стоит перед нами, когда мы планируем и научные исследования, и когда мы планируем какие-то производственные ресурсы. Вот. Я для подтверждения этих слов я мог бы сказать несколько, как бы тоже привести несколько примеров. Но прежде всего, вы знаете, да, у нас в портфеле там более там, как оказалось, более 5 вакцин, как бы разработки, и две, которые мы уже часто обсуждали, да, это мы с Вектором достаточно активно двигаемся. Мы выступаем здесь индустриальным партнером. Я прям сразу говорю, мы не обладаем достаточным опытом в разработке вакцин, но мы, как бы, верим нашим коллегам, мы являемся индустриальными партнерами, на которые возлагается достаточно большая часть работы. Да? То есть мы должны организовать производственный выпуск, организовать масштабируемую технологию и обеспечить так, чтобы эта вакцина была доступна. Но вот по нашим сегодняшним расчетам, с учетом всего того, что мы, как бы, там предварительно обсуждали, да, это где-то 4 миллиона доз в месяц. Я про месячные говорю, да, так сказать. То есть вот такой уровень, как бы, так сказать, объем производства мы, да, планируем обеспечить. То есть у нас есть производственные мощности, да, которые мы можем аллоцировать на решение данной задачи. Но когда мы говорим о том, что именно, да, то здесь стоит еще огромный ряд вопросов. Почему? Потому что
Ведь, понимаете, удобно, да, оперировать, удобно, эффективно, я думаю, что это наиболее целесообразно, оперировать целыми там технологическими платформами. То, что вот сейчас Айдар Аратович нам как бы рассказывал, да, ну, де-факто, это некая разработка в институте, как бы, технологическая платформа. И эта технологическая платформа адаптируется в зависимости от вакцины. Конечно же, всегда надо позаниматься. Не бывает так, чтобы впрямую воспроизвелась та или иная технология, потому что объект немножко разный, да? Вот. Но это действительно отработанная технологическая платформа, которая заслуживает большого уважения. Да? Это как годами отрабатывается. Вот. Мы, например, со своей точки зрения, со своей стороны, тоже адаптируем те технологические платформы, которые мы применяли, так сказать, для производства моноклональных антител на сегодняшний момент к производству вот данного типа вакцин. Да? И, в принципе, это достаточно рабочая ситуация, потому что можно это делать. Да, и мы видим, что это можно сделать сильно быстрее. Вот. С точки зрения того, какие объекты вести, мы понимаем, да, что необходимо все-таки сфокусироваться, потому что, безусловно, если мы говорим с исследователями, они целый спектр прекрасных вакцин, так сказать, предложат, но все-таки нам надо вовремя и в срок, и в больших объемах. Да, масштабируется технология, не масштабируется технология, что мы будем делать, какой объем будем производить. То есть там огромная куча, огромное количество вопросов, которые, к сожалению, выходят за чисто научную дискуссию. Да, она эта дискуссия перетекает в чисто практическое русло, да, потому что какие приемы мы технологически применяем и так далее. Но это сейчас я не буду подробно останавливаться. Но очень важно, чтобы мы могли попробовать и будущее за дело, потому что мы реально понимаем, что, сделав сегодня технологическую платформу, она должна быть адаптирована, адаптируема для будущих заделов. И вот сейчас мы, знаете, много говорили сегодня о Т-клеточном иммунитете. Вот один из проектов, который мы ведем, это будущий задел, я абсолютно уверен, это адаптация, так сказать, вакцины против гриппа, да, для того, чтобы он вызывал Т-клеточный иммунитет против SARS-CoV-19. Это мы делаем. Институтом экспериментальной медицины я сейчас не могу сказать, как, насколько хорошо это все получится, но идея, она красивая, она лежит в плоскости тех дискуссий, которые мы только что с вами вели, коллеги, да, это то, что действительно можно ожидать некого синергетического эффекта, так сказать, от адаптации вакцины и применение его при данном типе коронавируса. Поэтому для меня, например, на сегодняшний момент очевидно, да, что вообще чем больше больше существует разнообразных технологических платформ в стране, да, которые можно в случае чего адаптировать, либо использовать впрямую, как бы, тем лучше. Да, и чем больше, как бы, разработчиков приходит со своими наработками, да, и мы вместе их адаптируем к тому, чтобы это можно было выпустить, это принципиально важно. То есть вы видели, так сказать, нам приводили пример, как под руководством Трампа там создана целая программа, штаб, генералы командуют, люди, которые имеют, безусловно, большой опыт как в организации больших проектов. Сильно важно, потому что это именно то, что требует первой координации между там индустриальными партнерами, институтами, просто разработчиками и так далее. И тем, с целью того, чтобы мы могли это все-таки в обозримые сроки выпустить. Я согласен, как бы, с теми сроками, которые называл Айдар Радович, потому что, ну, да, одна из вакцин выходит в клинический стадий примерно в эти же сроки. Не бывает хорошо и быстро. Я таких историй не видел. Да? Всегда надо пройти тот путь, который нам предначертан, да, как бы. Ну, я очень надеюсь, что у некоторых коллег, которые начали быстрее, это получится чуть быстрее. Возможно, так сказать, это немножечко позволит, как это, смягчить ситуацию, так сказать, с вакцинацией, да. Но я думаю, что срок примерно такой, как вот Мухаммедов называл, как бы, потому что не бывает быстро. Вот, к сожалению, мы говорим о таком, как это говорится, о такой ситуации, что тут быстро не бывает, о таком, ну, я бы сказал, бизнесе, да, вакцинном, что тут все быстро не бывает. Поэтому важно думать о том, как же мы все-таки выпустим эту вакцину, да,
как же мы сделаем так, чтобы эта вакцина была доступна для вакцинации. Понятно, сейчас я очень рад буду, если прогнозы коллег сбудутся и понадобится всего лишь 7-8 миллионов доз, это будет вообще прекрасно. Это будет здорово, да? Но, во-первых, есть существенный потенциал для экспорта этих препаратов. Не везде, так сказать, ситуация такая, что ну, всего лишь 7 миллионов доз. Вот. А, конечно же, все-таки надо думать о том, чтобы иметь возможность это выпускать в больших объемах, в достаточно больших объемах и быстро. Вот что я хотел сказать. Может быть, немножко на другую тему, но реалистичность это прежде всего, да, мы можем очень много говорить вот о прекрасных вещах, как бы мы, какие бы научные теории мы ни заложили в основу, так сказать, вот вакцины, да, но как сделать так, чтобы она была доступна в ближайшее время, это основной вопрос, который нам всем предстоит решать сегодня. Дмитрий Леонидович, я совершенно не сомневаюсь, что масштабировать вы сможете очень быстро, и все у вас здесь хорошо. Ну а как идут дела с созданием самой кандидатной вакцины, ее апробации в клинике? Это более простой вопрос. Почему? Как? Идут клинические испытания, да, я думаю, доклинические испытания достаточно активные, там все в рамках предсказуемых событий, вот, и от графика мы особо не отклоняемся, но я скажу честно, да, и это, ну, не секрет, даже с нашим опытом всегда существует, у нас тоже много всевозможных подводных камней. Не бывает так, чтобы взяли... То, ну, если вы никогда не формулировали требования, что такое есть вакцина как фармацевтический продукт, а именно об этом мы сейчас говорим, да, вот Константин Михайлович, он же сказал примерно то же самое, что это не та вакцина, которая в лаборатории была получена учеными, как бы, так сказать, размешав и накапав что-то, да, а это именно фармацевтический продукт, который соответствует всем требованиям, которые предъявляются фармацевтическим продуктом, обращаются на рынке. Это совершенно другой статус, да, как бы, так сказать, продукта. И если мы говорим об этом, ну, конечно же, как бы всегда существует большое количество подводных камней, которые надо как бы решить на том этапе, когда мы двигаемся к промышленному выпуску и доступу вакцин на рынок. Не буду называть большого количества, может быть, не совсем интересных примеров, вы лучше меня знаете, да, к чему приводили вот ошибки или же какие-то недочеты на всех этих этапах. Ну, как бы известно, да, когда вакцины как бы уже допущены в обращение, вызывали не самый благоприятный эффект. И здесь для нас очень важно иметь уверенность в том, что наши вакцины будут работать так, как положено, да, и действительно мы не можем лить воду на вот эту антивакцинную мельницу людей, которые сейчас очень активно как бы занимаются тем, что дискредитируют саму идею вакцины профилактики. Поэтому, конечно же, на любом разработчике вакцины лежит большая ответственность за этот вопрос. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Валентинович. Уважаемые коллеги, позвольте мне пригласить заключительного нашего участника нашей дискуссии, Егорову Дарью Андреевну, научного сотрудника лаборатории генноинженерных патогенных микроорганизмов Института имени Гамалеи. Мы все знаем, что на сегодняшний день Институт Гамалеи является лидирующей организацией в испытании вакцины против коронавирусной инфекции. Проводятся уже ограниченные клинические испытания, и даже есть сообщения о том, что они достаточно успешны. Дарья Андреевна, пожалуйста, вам слово. Где вы находитесь и, так сказать, ваша точка зрения о перспективах? И если есть вопросы, Олег, пожалуйста, Константин Михайлович, пожалуйста. Ну, во-первых, я хотела бы поблагодарить за возможность поучаствовать в сегодняшней встрече, тем более, что это очень мне очень приятно представлять наш центр в кругу таких признанных экспертов в области различных вирусных инфекционных заболеваний и в области разработки вакцинных препаратов. Наш центр действительно является разработчиком одной из кандидатных вакцин, гетерологической вакцинации аденовирусными векторами двух разных типов.
И на данный момент мы находимся на первой фазе клинических испытаний. И здесь вот в поддержку того, что говорил Константин Павлович, я бы хотела отметить несколько вещей. Во-первых, это то, что мы видели по результатам своих доклинических и по результатам своих лабораторных экспериментов, не только применительно к коронавирусной инфекции, но и как бы к различным другим патогенам, в том числе не обязательно вирусной природы. Мы действительно видим, что стимуляция врожденного иммунитета может обеспечивать более легкое течение заболеваний во многих случаях. И векторные вакцины в данном примере могут являться очень удобной модельной системой, на которую это можно увидеть, потому что в лабораторных экспериментах или там, на этапе проведения доклинических каких-то исследований здесь всегда можно взять контроль в виде пустого вектора. И в таких случаях мы действительно видим, что стимуляция врожденного иммунитета, который может происходить там, за счет ТОУ-подобных рецепторов или каких-то других там паттерн распознающих рецепторов, пришедших, допустим, из каких-то частей инактивированной вирусной частицы или, допустим, из частей вирусного вектора, да, действительно оказывает определенную роль и в том числе некий процент протективности. И второе, что я хотела бы отметить, это тоже то, о чем мы убедились на собственном примере, это важность клеточного звена иммунитета. И, в общем-то, сегодня об этом уже много говорилось, но я хотела бы подчеркнуть, что когда мы говорим про испытания вакцины, про их реальный путь вот уже в клинику, организация всего процесса таким образом, чтобы оценивать клеточное звено иммунитета, это прекрасная идея, но она связана с значительными организационными сложностями. И, допустим, мы в своих исследованиях, мы исследуем клеточное звено иммунитета, сейчас там в результате первой фазы исследований, потом, я надеюсь, что у нас будут получены успешные результаты, мы продвинемся на вторую фазу исследований, но с каждым разом как бы выборка испытуемых, она будет расти, расти и расти, а оценка клеточного звена иммунитета все-таки представляет собой гораздо более сложный лабораторный протокол, да, нежели это просто измерение там гуморального и антительного ответа в виде там какого-нибудь варианта иммуноферментного анализа. Но тем не менее, я абсолютно согласна, что это совершенно необходимо делать и что эта информация очень важна. И последнее, это то, в чем я поддержу всех сегодняшних спикеров, нельзя сосредотачиваться на какой-то одной платформе, которая используется для создания вакцин, совершенно необходимо проводить много параллельных разработок, которые там на этапе идеологической какой-то закладки осуществлялись бы, допустим, разными организациями, но в конечном итоге вылились бы, возможно, в какие-нибудь реальные прямые сравнительные испытания, в результате которых действительно многое встало бы на свои места, в том числе с точки зрения понимания биологии инфекции, с которой мы имеем дело. Ну и я хотела бы поддержать всех, кто сегодня принимал участие вот, собственно, в нашем митинге, и поблагодарить за ту дискуссию и те доклады, которые сегодня были озвучены. Спасибо, Дарья Андреевна. Александр Михайлович, есть какие-то вопросы? Да, спасибо большое, Дарья Андреевна. Я хотел спросить, ну и, собственно, вот и Константин Михайлович об этом немного говорил, что сейчас есть несколько институтов и компаний, которые разрабатывают, вот идут по тому пути, по которому и вы тоже идете. Вот можно как-то сопоставить как бы вот вашу сейчас позицию с той, которую занимают, вот, по-моему, одна американская компания, одна китайская компания. Mm-hmm. То есть если значит, вы опережаете, это одно. Если вы чуть-чуть отстаете, то как ту информацию, которую вы получаете от ваших коллег, насколько она вам помогает?
Ну, смотрите, то, что касается как бы компаний, которые ведут схожие разработки, да, то есть в данном случае имеется в виду векторные платформы на основании аденовирусов. Если говорить про китайскую компанию, да, про Кансино, собственно, они используют платформу на основе аденовируса пятого серотипа, да, для, собственно, разработки вакцинного препарата. В отношении всех вакцин, которые сейчас разрабатываются, и аденовирусные вакцины в данном случае не исключение, невозможно, наверное, за одну инъекцию вакцинного препарата создать иммунитет достаточный, да, для достижения тех целей, которые все мы преследуем. Поэтому требуется, как правило, цикл иммунизации. Ну вот в случае аденовирусных векторов это две иммунизации. И здесь существует проблема того, что если вы используете, допустим, какой-либо вектор или препарат для первой иммунизации, то, соответственно, иммунная система, помимо ответа на целевой антиген, она вырабатывает еще и иммунный ответ на, допустим, компоненты того же самого вектора. И вот китайцы, они пошли по пути того, чтобы преодолеть вот этот вот иммунитет с помощью высоких доз. То есть они используют такую дозу, которая пробивает как бы предсформировавшийся иммунитет к аденовирусному вектору или иммунитет, который сформировался в результате первой иммунизации. Мы в своей разработке используем немножко другой подход. Мы используем два разных серотипа вектора. Один серотип для первой иммунизации, другой серотип для второй иммунизации. Собственно, в этом как бы наши с ними ключевые отличия. Ну, как бы по официальной информации, которая представлена на, допустим, на clinicaltrials.gov, да, или там в других общедоступных источниках, мы слегка отстаем как бы от наших зарубежных коллег, которые занимаются подобного рода разработками. Это связано с рядом особенностей, в том числе с тем, что, наверное, в нашей стране в целом мы приступили к созданию вакцин, не только мы, но и все наши коллеги, несколько позднее, чем, допустим, такая возможность появилась у Китая, с одной стороны. С другой стороны, здесь есть технологический момент, про который сегодня тоже говорили, да, что для того, чтобы перейти, допустим, к, собственно, к испытаниям кандидатного вакцинного препарата, необходимо произвести некую партию, как бы, то есть это должна быть какая-то технология, которая не просто масштабируема там на энное количество, да, потенциального антигена, но в том числе как бы это большая такая околофармацевтическая история вокруг этого, чтобы сделать, собственно, препарат препаратом. Спасибо большое. Дарья Андреевна, скажите, пожалуйста, а что у вас отсутствует иммунохимический перекрест между двумя видами аденовирусов? По тем результатам, которые у нас были получены на лабораторных животных, именно нейтрализующий перекрестный иммунитет отсутствует. Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте нам перейти к завершающей части. Мне хотелось попросить Александра Михайловича в заключении подвести итоги нашей встречи. Ну, уважаемые коллеги, прежде всего, наверное, мы все должны поблагодарить Константина Михайловича за то, что он сделал такой очень обстоятельный, интересный доклад. Нам действительно очень важно понимать, как и в целом в мире обстоят дела, и какие позиции у наших специалистов в нашей стране. Но, насколько я понимаю, в общем, Россия выглядит очень достойно сейчас в этих разработках, ну, которые одновременно являются и соревнованием, да, демонстрирующим и наличие задела, и наличие действительно возможностей быстро сорганизовать такую мобилизационную работу. И действительно очень приятно, что мы здесь идем по нескольким путям в нашей стране. Какой путь окажется более правильным, покажет время.
Но это вот то, что и о чем Константин Михайлович говорил, что нельзя все яйца в одну корзину класть, а нужно действительно идти разными путями. И возможно, что первые разработки, которые пройдут клинические испытания и будут применены на ограниченном классе пациентов, которым действительно нужно, вот, которые относятся к группам риска, или врачи, которые работают в красной зоне. Все это, конечно, очень-очень важно, и чем раньше появится такая вакцина, пусть она не, так сказать, не оптимальная, не абсолютного действия, но работающая и нужная для определенных контингентов людей, это, конечно, очень, очень правильно. Ну и действительно очень интересна была вот эта дискуссия о том, что вот это вот новое, хорошо забытое старое, или, так сказать, наоборот, почему бы не использовать вот эти вот надежные подходы, которые, ну, в значительной степени спасли мир от многих вот таких вот эпидемий и пандемий. Ну, вот я так для себя понял, что действительно разработка и цельновиренных вакцин, наверное, и действительно вот это вот использование неспецифических вакцин для того, чтобы поднимать иммунитет, особенно вот в сложные периоды, это очень важные такие мысли, и, конечно, мы тоже должны и до общественности, и до власти тоже их доносить. Ну, мне очень интересно, большое спасибо всем участникам этой дискуссии. И еще раз Константину Михайловичу особая благодарность. Уважаемые коллеги, мне остается только поблагодарить всех участников. Это действительно очень полезная встреча. Константин Михайлович, особая благодарность вам. Вы посвятили нас в детали того, что происходит в области вакцин коронавирусом сегодня в мире. Оценили позиции нашей школы, которая весьма авторитетно имеет определенные достижения, и все мы понимаем, что мы, так сказать, не в ряду отстающих, мы идем, что называется, в ногу, мы разрабатываем свои варианты вакцин, весьма продуктивные, эффективные. Я надеюсь, что и в результате мы сможем получить вакцины, которые смогут защитить человечество от этой угрозы. Очень важно, что у нас, в общем-то, имеет место быть продуктивный диалог. И Константин Михайлович представляет сегодня площадку одной из самых развитых стран в развитии вакцинологии. И мы пригласили на нашу площадку всех лидеров нашей вакцинологии, которые имеют определенные результаты, которые выходят на определенную финишную прямую, которая может создать в ближайшее время продуктивные варианты вакцин. Я еще раз хочу всех поблагодарить. Александр Михайлович, особая благодарность вам, Константин Михайлович, вам, всем участникам. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Я думаю, что мы будем в таком же режиме продолжать следить за развитием получения наших новых лекарственных препаратов против коронавирусной инфекции, оценивать и возможности профилактической медицины в плане создания средств, которые помогут сформировать популяционный иммунитет в нашем обществе. Спасибо большое. Спасибо, мы будем рады принять вас на нашей площадке. Спасибо. Спасибо.